Станица Сергиевская есть мир детства, школа номер 6. И по утрам к 8 часам не умолкает детский гам. Здесь ждет всегда своих детей хороший коллектив учителей. Здорово, здравствуйте, привет. Дружнее в станице места нет. Вот прозвенел уже звонок, и все по классам, на урок. Наташи, Саши, Пети узнают все на свете. И в школе сей директор есть. Хлопот всех ей не перечесть. Тома документации и в школе аттестация. Директор школы, отличник народного образования Сенченко Ольга Александровна. Рядом в школьном дворе прекрасный ухоженный парк и мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и освободителям столицы Сергиевской. В школе хороший спортивный зал, богатый музей, оборудованные мастерские, прекрасная библиотека. В пионерскую организацию «Пионеры Кубани» вступили 105 учащихся. В день съемок в школе проходил сбор «Хлеб всему голова». Здесь педагогов мудрых много, укажут верную дорогу. Вот есть географ, например. Он для ребят во всем пример. Как ни крути, со всех сторон красив, талантлив и умен. Я представить вам готова Геннадия Алексеевича Куракова. Геннадий Алексеевич работает в средней школе номер 6, 13-й год. Перспективный молодой учитель, участник районного конкурса «Учитель года», активный общественник, прекрасный ведущий школьных вечеров и праздников. Геннадий Алексеевич с душой относится к преподавательской работе, оформил один из лучших кабинетов географии в районе. Он хорошо ладит с детьми и родителями, пользуется авторитетом среди учащихся и коллег-учителей. Работа учителя географии оценена. Ему присвоена первая квалификационная категория. Я всегда привожу в пример слова Константина Бальмонта, который сказал: «Я спросил у великого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари? Ничего не ответило солнце, а душа услыхала: гори». Вот мне кажется, я пытаюсь это делать, гореть. Я очень благодарна за то, что, как сказать, судьбе, что ли, что нашим детям достался такой классный руководитель. Он очень талантлив. Как педагог и учитель он уже состоялся, несмотря на то, что ему еще очень мало лет, и у него все впереди. Очень приятно, что в коллективе работает такой учитель, как Гена, Геннадий Алексеевич Кураков. Профессионал, деловые качества, профессиональные, хозяин, семьянин прекрасный. Мужчина в школе – это редкость, а редкость надо и беречь, и женщинам, если мужчина в коллективе есть. Так пожелаем вам успеха, терпения, радости в труде, этих воспитания человека – святое дело на земле.